Повторил, значит, опыт, который дома делал. Значит, включен инвертор, он работает. Смутило меня, что лампочка моргала. Значит, врубил я провод через делитель на осциллографе. В принципе, не разочаровался. Синус есть, полволны обрезано. Частота вот что-то немножко колеблется, но помехи, может, какие-то. Факт, что 50 Гц, 53. Единственное, что в опыте с батарейкой, чтобы нормальный синус увидеть, почему-то частоту повышенную показывает. Я вот это не понял. Сейчас попробую показать. Значит, подключил батарейки. И что-то немножко врет. Показывает 1 кГц, но синус чистый. То есть с синусом все в порядке. Вопрос с частотой. Может, он автоматически ее меняет? Сейчас попробую нагрузку добавить. Значит, подключены только батарейки, вилка не включена в розетку, но наблюдаю на экране какие-то блуждающие помехи. То есть что-то вот, чего не должно быть. Возможно, эти помехи попадают через провод, включенный в инвертор, чего дома как бы не было. Значит, продолжаем опыты. Инвертор все работает. Поставил в разрыв диод 220. Значит, что мы видим? Обрезала нижнюю часть волны. Для чего это вообще опыт и как бы что он должен показывать? Он показывает следующее, что с помощью диода можно уменьшать вдвое напряжение, соответственно, понижать мощность вдвое. Что нам может пригодиться, чтобы кипятить чайник. Попробуем. Значит, амперметр сразу подготовил. Будут бешеные токи. Обнуляем. Вода прохладная залита. Почти полный. Там видно. Вот. Одеваем клещи сразу. По нулям. Включаю чайник. Не мешай. Включаю чайник. Включаю инвертор. Аккумулятор не полностью заряжен, но хуже всего другое, что он у меня подусаженный сам по себе. Включаю первую звуковую скорость. Включаю чайник. Не знаю, что будет, но посмотрим. Значит, сейчас заряд 13,5. Аккумулятора типа. Ну, включаем. Смотрим на токи. Сразу ругается превышение тока. И разряженный аккумулятор 11 вольт уже. И он, скорее всего, сейчас вырубится. 177 ампер. Чайник шумит. Провода пока не нагрелись. Все. Отключение, превышение тока. Значит, чайник все-таки 2-киловаттный. Ага. Пошел повтор. Здесь пишет 1600. Но он, походу, дает максимум, сколько ему разрешено. 1700. Что-то происходит. Чайник вроде кипит. Опять превышение тока. Отключение. Ну, тест жесткий, поэтому ладно уже. Сделаю только 3 попытки. Остальные издевательства уже хотя бы на приборе до 1,5 киловатт, потому что инвертор у меня не рассчитан. Вот здесь прописано, что ли? Он у меня не рассчитан. Опять. Все ясно. Обесточиваем чайник. Это бесполезно. Сейчас менее жесткий тест. Правда, уже более подгулявший КБ.
0, значит, на удлинитель бойлер водяной в 1,5 киловатта. Ну, там уже точно 1,5, не больше. В общем, запускаем. Смотрим на токи тоже. Вот ампераж уже гораздо меньше. 150. Ну, здесь тоже уже ругается. Но здесь уже ограничено 1,5. То есть, как есть. Ругается, что разряжен. Посмотрим. Буду напрямую снимать, сколько его хватит времени. Пока 11,2 держит. 11,1, 11,2. Все. Вывод. На одном 225-м подусевшем не получится. Так, значит, опыт, попытка номер 2. Запускаем чайник. Подожди, подожди. Что изменилось? Значит, теперь под беседкой стоит 2 225-х аккумулятора мощностью 500 ампер. Ну и пусковыми там каждый по 1000, наверное, минимум. Правда, подубитые, но будем пробовать. Нет, еще не включается. Запускать чайник. Чайник 2 киловатта. Ну, запускай. Стоп. Не выключай. Не включили. Запускай. Так. Превышение тока ругается. Это понятно. Чайник 2-киловаттный. Но напряжение держит в этот раз. То есть в прошлый раз он просел и сдох. Сейчас он держит. Ругается, но держит. Токи бешеные. Все равно отключился. Выключаем. Выключай.